Преодолевали все препятствия трассы «Казачий дозор» на очередных гонках на выживание 15 участников. Сначала три предварительных заезда, в которых гонщики набирают очки, затем еще один дополнительный и самая интересная часть гонки – финал на выбывание. Задача – не приехать последним в серии коротких заездов по два круга. Опытный гонщик Антон Рыжиков доволен своим результатом и организацией соревнований. Трасса отличная, все подготовлено отлично, все чудесно. Мы кайфуем по полной программе. Настоящий спортивный праздник собрал большое количество поклонников этого зрелищного автошоу. Многие приезжают из других уголков Московской области и Москвы. Как, например, Игорь Коровин вместе с супругой и двумя сыновьями. Совсем недавно они открыли для себя этот экстремальный вид спорта и стараются не пропускать ни одного соревнования. Буквально недавно открыли для себя данный вид автоспорта, технического, очень интересный, увлекательный. Мы уже третий или четвертый раз посвящаем. Десятилетний Максим оценил развлекательную программу для детей. Мне очень нравится это мероприятие, тем, что мне нравится наблюдать за машинами, как они дрифтят, как переворачиваются. И еще после первого заезда проводят с детьми такую развлекуху, где можно попрыгать, согреться. И мне это тоже нравится. По итогам заездов третье место занял Антон Рыжиков, серебро у Александра Протопопова, а победителем четвертого этапа стал Евгений Галахов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.